Одна из главных целей форума – это выстраивание диалога между учеными, политиками и носителями буддийской культуры из разных стран, а также развитие научно-образовательного и культурного сотрудничества. По мнению экспертов, все это удалось достичь. Масштабное событие вдохновило участников и открыло новые возможности для дальнейшей плодотворной работы. Самое главное – это то, что мы смогли найти ту платформу, то объединяющее нас начало, которое сможет объединить и российских, и иностранных, и, может быть, не только буддистов, но и тех, кто интересуется вот, вообще духовным направлением. И хотя третий форум у нас состоится в Калмыкии, мы продолжаем работать с нашими бурятскими друзьями, и это поистине федеральная программа для нас. Итогов было очень много, очень много. Они и политические, и даже геополитические. И научные, очень большие итоги. Работа продолжится по многим направлениям. И научная, и политическая, и чисто буддийская. Многие даже буддисты, в общем-то, увидели наше истинное лицо, наше буддийское сангхи. Второй международный буддийский форум – одно из самых ярких внешнеполитических событий этого года. Об этом заявил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. По его мнению, форум объединил страны, которые не присоединились к режиму санкций против России, и предоставил площадку для диалога по вопросам развития человечества и экологии. Буддизм, который опирается на такие постулаты, как очищение сознания от иллюзий, сострадание, доброжелательность по отношению ко всем живым существам. В общем-то, это, на мой взгляд, очень актуальная сегодня идеология в мире. Впервые удалось на одной площадке собрать представителей всех направлений буддизма. Это большая редкость. Форум объединил 1800 участников, более 600 гостей из 15 стран. Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. Организаторами форума выступили правительство Бурятии, Буддийская традиционная сангха России, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда Росконгресс. Андрей Слепнев, Валентина Цыбикова, Жаргал Цириндашиев. Новости дня.